Жок сожгли. Кому? Да бэхи, забей. Слышь, что говорю? Санч, в районе окопов у него там ПЗРК, не лезь. Ребят, у нас авиация, прикройте, пожалуйста. У меня нормального ПВО еще нету. Это было только что. Блядь, тортик, ну что ты, как ты стреляешь, чё? Да охуенно стреляю. Блин, долбит Брэдли. Дыми! Брэдли я выбил, но у нас авиация опять долбит. Ну где же наша поддержка-то? Ау, БВМ, БМ. Слушай, нет, ну Тимош, ну... Как я тебе окажу поддержку, если у меня РВВшники банально еще не доступны, ПВО у меня банально еще не доступно. Хорошо, разбомби врага, как вот нас бомбят. 90 очков до аллигатора. Ну, к нам уже два раза. Нет, уйди. Не попал. Трекер проезд. Не проезд, пока. К вам прилетали, потому что у него есть дешевые риперы. У меня дешевых риперов нет. Проезд, все нормально. Ну что? Я не знаю, чем я буду держаться. Я сейчас это выбью его, подожди. Да, блин, ты знаешь, что Страйкер танкует? Он всегда танковал. Что за хуйня? Не, нахуй, я тогда же. Я сейчас, наверное, ливну, нахуй, это невозможно играть. Я, блядь, прокликиваю БМПшки, нахуй, она не реагирует вообще нихуя. Ну вот вы требуете поддержку, Тимош, но у вас типа 0 ЗРК не сбили. Да по ЗРК нам все уничтожили, техника из-за. Хорош ругаться. Жду. Сначала с воздуха вынесли технику, потом по ЗРК вынесли технику вражеская. Вот и все. Как всегда. Самолет. Где сейчас нафиг поддержка? Да, две авиации. Нифига нету опять. Опять это. Две авиации? Конечно. А нафига? Так, блин, а и я две свалил. Авиации, у нас одна авиация. Ну две поддержки. Одна поддержка. Стрелять. И у них одна поддержка. Погодите, сказали две. Одна. Брэдли. Так, ясно. Ну тогда она к нам все летает. Да помощь. Сейчас будет аллигатор. Блин, меня, короче, убили пузырь. Короче, это пиздец. Это пиздец. Полный пиздец. Все, аллигатор вылетел. Мне нечем, если что, лётку убивать. Брат. Брат, не ваш проблем бы, нахуй. Я даже технику управлять не могу. Да, блин, ну вали две лётки, слушай, ну это не смешно. Он мне не даст танком действовать сейчас. Блять, на любой мыши. Они пехоту ведут, блядь, если я пытаюсь им что-то сделать, там две Брэдли просто нахуй в фарш превращают моих морпех. Да. У меня танк. Брэдли я попробую выбить, но мне надо что-то с лёткой делать. Ура, ну, пиздец. Ну поддержка нужна на правом фланге. Один. Я сейчас Брэдли выбиваю слева. Спасибо, спасибо. Да где слева? Справа нас долбят. Вторую выбей, лети направо. Сейчас, выбей я, Брэдли, подожди. Не торопись, события. Он покажет, он пехотинцев фигачит. Не попал. Жду задания. Все, лечу направо. Это уже не надо. У вас там танк так-то... убили его? Танк-то я убил. Там еще дофига всего. Жду задания. Да. Дофига всего я тоже убил. Санч, еду к тебе. Как, блять, я не принимаю участие в игре, блять, умудряюсь находиться в середине списка. Нормально. Я вообще не могу ничем управлять, нахуй. У меня чисто пехоту рассадить могу и все. БМП вообще не управлять. Цели для танка. Метки. Вот. Вот. Да не тебе, тортик, блин. Ты не в приоритете. В приоритете у нас лево. Хорошо. Лево, а право когда? Да, ну, Тимош, у вас свой фланг. Я с левого направо не могу переключаться. Так у нас две все-таки поддержки-то. Да я не на поддержке, я на танке просто езжу. Так какой фланг-то? Так кто нас поддержит сейчас направо? Хлеб, я у вас справа аллигатором летаю, я не вижу цели у вас. Да уже поздно, вы все сами выбили. Все тогда, я ухожу. Нет, только не сваливай никуда. Сейчас мы будем атаковать, и ты будешь выбивать все цели, которые... Самолет, рипер, блин! Сбей его нахрен, пока мне не выбили танк. ПЗРК, ПЗРК бежит. У меня есть ПЗРК. Он меня сейчас снесет, все. Нет, он меня сейчас ему похуй. Так, все, авиация готова? Ну, она я у вас тут кружу вас на флангах. Мы сейчас валим пехоту противника, вы прикрываете. Ну, я чудом обошелся без этой. Без тяжелых повреждений, контузии.
Вообще класс, он меня даже не повредил, на удивление. Тимаш, я пока свой фланг пытаюсь укрепить как-нибудь. Давай, вот, ПТРК, сюда ракетой. Авиация, авиация, сбейте рипер. Мне нечем. Охуеть. Ну зашибись нам. Сейчас засвечу более точно. Да он там, там. Там, там, это топка. Не попал. Да я сам знали. Сейчас выйду теперь. Ко мне Брюдля приехал, а я убить не могу. Не, могу сейчас я выбью, погоди. Опа. Вот, 3 единицы техники. 3! Димаш, у нас 50 точек, 435 очков. Нет, у меня 3 единицы техники. У меня аллигатор надо мной. Я жду, что он выберет. Самолёт на 2. Ну, да. Сейчас. Давай. Входим. Выноси. Я сейчас их опять выгоню. Я их сейчас опять засвечу. Да главное сделать так, чтобы они... Санчи. Хорошо. Давай. Попробую поработать. Если, конечно, ко мне опять рипер не прилетит. Ура! Я вижу много пехоты, подожди, не надо. О, зенитка! Ага, вижу. Женька, свети, я с БМП-3 буду работать. Да, я тоже работаю с танка, но... Блин, по окопам, короче, хреново с него работать, я так скажу. Зенитка, она поближе подошла. Да, я напомню, пустила. Ну, так... Андрюх, у тебя есть время подумать, нормально. Куда стрельнуть, как снаряд полетит? Ты не говоришь, что она не завалила? Ребят, мне, чтобы я смог нормально стрелять вихрями, нужен свет на цели. Сейчас будет свет на цели. Без света я нормально не могу вихрями работать. Сейчас я зенитку у тебя завалю. Санчо, слева у тебя там цели. Лучше по... Я с удовольствием бы взял буквы. По окопам все, готово. Неудобно. Самолет летит. Два... А, F-16. Куда? Дай фугас. F-16 противоавиационный. Со школы только. БМДшки постреляй около насыпи, мне прямо они мешают тоже. Нахрена мне авиация, если я сам все должен выбивать? Куда фугас? А, пулемет вижу. У меня еще двойной пыр идет. Вот, прибью, выбей. Вижу. Ой, у меня тут грузовик. Я дохуя очков, но только этих очков нет ни хера, потому что я их не смогу реализовать. Слушай, дай вот сюда, здесь. Дай сюда. Ну, меня убили. Да. Ай, блин. Не, Брэдля задымился. Не попал. Слушай, у меня боеприпасы кончились. Слушай, иди здесь барабума зачем. Да подожди, у меня боеприпасы. Мне надо отъехать. Бля, там пулемет можно срезать. У меня сейчас купа нету РВшника. Вообще, ноль вариантов. Чтобы сбивать их авиацию, а у них уже F-16. У меня до РВшника нормального 6 минут. Ну, у нас, блин, для Вали, все, минус все подкрепления. Ну, спасибо, блин. Пожалуйста, у них F-16 противоавиационный, что я сделаю? Ты поддержка. Я поддержка, что я, у меня до первого РВшника 4 минуты, до нормального 6 минут. F-16. Так, ну все, мне всю пехоту выбили. Мне нужно все еще поддержка на правый фланг. Хватит сраться, все. Пролет, блин. Тортик, уходи, как тебе сейчас, а то прилетит с самолета и будет. О, блять. F-15 РВВ. Либо а у него уже РВВ, рипер летает, не забывай об этом. У них РВВшка, мне сейчас тупо закрыто небо, по факту. Слышишь, что я тебе говорю? Охуй. Ну смотри. Помниной. Меня еще и отбомбили. Я вижу, где ПВО. Да, я вижу, но мне нечем туда достать. Мне есть что. У меня еще и страйкер приехал. Я возьму этот, миномет. Я так, миномет подожду. Так, Лонгкиллер, тебя там сильно отжали или как? Нет, блядь, я БМП-2М еду. Ладно, это дело. Кто там Тимка пишет, я не понимаю. Бля... Они без прикрытия говорят авиации, потому что игроку на авиации жалко топлива. Это вот это называется без прикрытия авиации, да? Да. Именно так. Андрюха, тем не менее, ты нормально держишься, 250 очей. Да хули я держусь, нахуй, я вообще ничего сделать не могу. Я даже пехоту брать уже не могу. Я максимум могу говорить станков, который играет сама по себе, блять. Ну и нормально. Да это хуйня, блядь, а не нормально, блядь.
Я ничего уничтожить не могу, блядь. Блин, меня напрягает крупнокалиберный пулемет. Блять. Саня, сука. А у тебя топлива нет, Суч? Что? Топлива нет. Нет, летит авиация на тебя. Блять, это миномет стоит, блять, а я не знаю даже где. У противника миномет причем. И на меня заходит. Отлично. Я на спрутка. У нас есть что-то гусеничное, дельфин? Что тебе нужно? Бля, да это не гусеничное, танк эвакуировать. Так, есть. Минус еще одна зенитка. Ща я его подцеплю. Ты увезешь? Он ждет. Да, меня, хорошо. А что ты хочешь увезти-то, подожди? БВМ. Блин, не, рисковать там неохота, если у тебя его ПТУРом подбили. О! Авиация, авиация. Его ПТУРом, его ЦРПГ подбили. Подожди тут, Абрамс. Жду задания. Ну, говорю, ему неплохо, но он живой пока. Прямо ракета. 20 секунд до ударки, 20 секунд до ударки. Слушай, я им поход пушку сломал, не понял. Сейчас ах, возьму мрак. Ударку, возьму ударку, потом меня, буду короче, ждать верх. Он долбанул вот в борт. Возьму ударку, потом буду ждать топовый РВВшник. Ну быстрее, короче, я буду спамить пехотой. Там танк у вас? Сейчас выбью, танк, сейчас выбью танк. Сейчас выбью. 3 секунды. Меня выбили, пока ты там... Блин! У меня танчик. Я знаю, но мне его нечем выбить, мне его повредили, чё. Там два у вас их. Вообще, у меня как раз две ракеты на них. Ладно, Б-3 едет. О! Т-62М. Прекрасно. Один ну, сейчас... Мне, да, лучше это пусть водяшка выбьет, мне нечем пока. Я сейчас арканом его выбью. Я хочу миномет взять, потому что, блин... А где же танк? КХ-59, вот ну тут даешь. Ну зря дымится. Ему пизда. Ебать. Куда ты там? Дезинтеграция. Ай, блин. Пулемет. Меня пулемет выбили, вот это плохо. Но правда он... Сейчас второй убью. А, у меня ПЗРКшник отработал, понятно. Эх, второго не успею, не убью. Да сейчас, и по нему уже пуск. Теперь гусеница. Вылетел? Нет, не вылетел. Жаль. Справа сейчас гости. Блядь, лучше б я нахуй вылетел, блядь, это пиздец. Санчес, не хочешь обмен? Ну, страдать придется. А? Не продвинь. Я тебе БВМ, а ты мне БМТ-4. Блин, ну, Рипер, Рипер, убей! Рипер, убей! Подожди, я хашку навожу. Да убей ты, Рипер, черт тебе дери, хрен с ней, если ты хаск. Хаской. Хаску, да, хаску. Бака такая есть. Ё-моё, я сейчас... А, если я второй танк из-за тебя потеряю, то ты будешь полный. Блять, это что было? Блин. А, это, точно. Хуй тебе полный, да. Сбили, но Градля еще жива. Блядь, нету. Вы можете снести этот самый? Шарат. И парад надо снести, и воздух надо снести. Не попал, Сань, не попал. Говорю, я жду нормальный РВВшник. Не надо ждать, надо сразу сносить уже сейчас. А чем? Чем, Тимаш? Ты остановишь страйкера или нет? Тихо, тихо, не шуми. Боже мой, Тимаш! Выбить. Не шуми, что ты? Они-то кем-то сносят к тебе. У них появляется раньше всего у РВВ на базе F-16. У меня нету аналога. Ты меня услышал? Это кто? У тебя есть 90-ик, Ашка? Да какой 90-ик? Нет у меня 90-ик. Блин, что за... У Тортика есть 90, Ашка? У меня БВМ, я на этих морпехах живу. А у нас общие должны быть. Предлагаю Кагуара. Было, не? Так, на общих. Давайте я на общих. Не, давайте Кагуара. Не, не, да, да, Кагуар, Кагуар. Хотя Кагуар уже выйти может. Кто на общих?
Я могу покупать станковку и дешевую как пехоту. Ну почему в момент прицеливания? Блять, ну давайте быстрее паузу отожмите. А. Ну как Гуара, она вообще че? Заебали. Да конечно я, блять, один хуй эту играю на станковке. На чем другом уж играть не могу. А, да это из-за хоста. Хоста гусь у них. Надо, чтобы Димка захостил или я захостил. Хоста огурчик. Да, блядь, такую проблему с хостом я не помню. Это так давно было. Я был без пустыни, это был 2008 год. Меня тут рашит, блядь. Ну, это так... аккуратненько. Ну это хуйня, конечно, что меня рашит. Ну ладно. Блин, Сань, с чем тебе помочь? Цветом. Насчет, кстати, под цвета. Слушай, а че я. Знаешь, чем помочь? Танкиста мне купи на резке. Давай я тебе танк куплю, только ты 60. Андрюха, можешь мне танкиста купить, пожалуйста? Блять, денег. На. На. Блять. Я даже так нихуя сделать не могу. Вот мотострелки, оказывается, на респе сидят. Еще один танкист. Две минуты до топового РВ. На, Санчес. Да. Я сейчас, короче. Андрюха, смотри, какая штука имбовая. Смотри, куда ее Димка ВДВшником дал. Блять, да подожди, этот пиздец, нахуй. Я пытаюсь пехоту рассадить. Я пехоту минуту рассаживаю, блять. Посмотри левый фланг. Посмотри, кто у меня дуплет. БМП-3 и белорусская помощь. Это что такое? Это шершень двойной помога. Нихуя. Там два пуска сразу, там. Раз. Можно КАС, короче. Такого считать. Хорошая штука. Санчес, я тебе сейчас, короче, приколюху дам. Танк а 62. Ты мне дал? Слушай, да мне, не, ты мне танкиста лучше, у меня 72 есть. Я тебе дал одного танкиста. Еще одного дай. Да ладно, не, уже дай. Все, я Т-62. Вот тут какую-то станковку выбил. Не, ну же, пехотер. Вот мне жалко на этот Б-3. А кто там вперед поехал, так на вот? Минут 30 до РВшника хорошего. Куда ты так наглую? За Орду! За хлеб, смотри, там блядь. У меня вертолет летит, я его не вижу. Да блин, ну вижу. Меня опять выносит техника. Хлеб, смотри, что ж такое? Пулемет сейчас выбью. Хлеб. Слушай, вверх летит, не сбей вверх. А, сейчас же это, проходят сквозь самолеты и вертолеты, все это. Я не знаю, я не хочу. Да. В смысле, это утверждение? Выбил, все. Ход тут видишь. У меня уже БМД 5-звездочная, чтобы вы понимали. Андрюх, не зря ты видел. Типа сигнался. Торчик, нахрена танк слил? Он им не достался зато. Ну нахрена его сливать-то был? Да он мне нахуй не нужен. Мне бы отдал, он мне пригодил. Танк, пожалуйста, выбить, авиация. Фугасом лучше стрелять, фугасом. Перезарядку самолет, на перезарядку. Подсвети его, Тимаш. Я не могу его подсветить, я могу только точную метку поставить. Ты посмотри, какой этот едет. Раритет. М-ка заколдована, я в нее уже третий тур саживаю. Вот, сдох он, конечно. Смотри, какие раритеты у нас. Так, хрен тебе, догнала, сука, ракета. Догор. Хуйню, а. Ты видел это? Где еще? Раритет приехал воевать. Нихуя. Товарищи на пехоте и технике, что вам больше в приоритете, РВВшник топовый, либо высокоточка? Все надо. Блин, только я вот не знаю, помогает валять толк. Меня кушать туры одновременно везде. Давайте я возьму сейчас РВВшник, чтобы его авиацию контрить, а потом возьму... Давай. Контри наконец авиацию. Вижу пулемет или что там? Блин, только он точностью, конечно, не обладает. Может мне кто-нибудь топливо купить? Сейчас. Денег нема. Ну и танки тоже надо. На. Ну высокоточка будет. Высокоточка на, будет следующая. Взял уже. Все, спасибо. 9 секунд. ЗРК вижу, но... Нас уже сейчас сомнут тут траву. ЗРК отсюда, но мне их нечем пока. Ну так, Тимаш, я могу тогда взять сейчас первым пиком высокоточку и выбить вам танки. Ну сделай так. Сделай так, чтобы они хотя бы могли двигаться. БМП-3 разорвало. А подожди. Сделай хоть что-нибудь. Все, хорошо. Не, это не врезать, да, в авиацию? Свет нужен. Света не будет, уже всех убили. А, вон, вижу. Света не будет.
Ой, блин. Где у них АГС? Подожди, мне пушку сломали на 62. Так, все, я, короче, не могу дальше продвигаться, я должен фланг свой обезопасить, потому что у меня с фланга постоянно долг. А типа, шилка не стреляет по ракетам шарда, да? Нет, это Hellfire. Ну, класс, а че я против Hellfire бью? Да. Не умерла, да? Не умерла. Шарад. Чем меня, блин, повредили? У меня ничего не осталось. Тебе что-то дать? Где АГСом бить? Нет, меркова все. Меркова все. Но это недостаточно. А че у нас центр права? Гляньте, что там за дыра. Дыра. А знаешь почему? Я не хочу знать почему, я хочу знать, кто ее закроет. Попробуй знай. Так. Тебе право надо оставлять. Ты куда угнал, блядь? Общий боеприпас. У нас не так много очков, чтобы их оставлять. Ну тут ничего не осталось. Ну тебе говорю, что тебе сейчас нужно-то? Тим? Я тащу Тимаш, я тут. Да, ну давай, пытаемся не оставить, ладно. Но у меня фланг очень тонкий. Так ты мне скажи, что тебе нужно? Не знаю. У кого что еще шарады были на флангах, и у меня одна ПРР осталась. А, нас была. Я вам, я выбил ее вам, смокер выбил. Миномет. Еду за Брэдлио или что там. Еду. Дай мне немножечко времени, я за ней еду. Ну ей конец, я шершень ее выбил. Это я не выбил. Выбил. Ни хрена не выбил второй раз. Наверное, пехотой надо насытить. Блин, у тебя пуга зарядится. Я ее на густу поставил. Давай, отлично. 10 очков до РВВшника. Все, сдохло. Слушай, да, помогай здесь, да, работай. Да я вижу. Ударка скоро перезарядится. Не уезжай от этой двушки. От этой двушки не уезжай, Женька. Надеюсь, да подожди, Санчик. Не мешай мне так. Что тебе мешает, там вертолет сейчас тебе. Миномет страйкер стоит вот здесь. Знал бы, что тогда там вертолет, миномет. Ну, с воздуха нас долбят. Блин, повредили метанчик. Где же вот наша поддержка такая? Воздуха у вас никакого нету, как вас с воздуха долго? Мне только что убили, видимо, с вертолета ту самую, БМП-3. Это был какой-то спайк. Тяжелый. Ну, так против вас евреи. Ну, спайк это... был серый, он воздушный. Ну, если, если вертолет засветится, я просто его не вижу. Мы не засветим, тортик. А, тортик, а где ты страйкер? Я понимаю, если он засветится, к вам применительно. У меня над вами сейчас кружит УРВВ. Ребята, еще 250 очков, и мы победили. Что за пауза, ты мне скажите? Не, мы сейчас право отдадим. Тимош, я тебе много раз говорю, что тебе нужно там? Тимош, ты посмотри, если что у меня на фланге. Снабжение, ну что тебе нужно, вот ты мне скажи. Не знаю, пехота, давай пехота, отряд пехоты, дай мне и все. Блин, мне пехота, правда. Ну попробуй. Вот. Нет, просто у меня КО. У меня тупо КО. КО, у кого-то КО, у кого-то... Нет, мой страйкер. Суки. Я тебе могу, в принципе, танк дать. Да танк у меня у самого есть. Да, я не знаю. Ремонтируется. Просто его снесут так же, как снесли БФ-3. Вот и все. Блять, только нахуй фугаса начал заряжать, нас, сразу нас нет, юнитов поддержки никаких, потому что их сразу сносят, любую технику сразу сносят. Может тебе БТР-80 поможет? Нет, у меня танк есть, только его тоже снесут. А пехота нужна, да? Ну, пехоту можно. Пехоту тоже снесут.
Где-то 10 страйкеров надо поставить. Самолет! Кстати, Дерло, ты вынес, да, это? Нет, по-моему. Да вынести. Чувствую, она упала. Падла. О, сбит. Блин, серьезно? Ладно. Сбит. Так я тоже. Меня тоже забрали. Ну тут... Ну как ты так удачно падаешь прямо мне на Т-62? Я вот только починил. Танк едет. Сейчас я заправится. Я только починил. Сорян. Я тоже Т-62 себе хочу. Дело не в этом, ты, он мне его только починил, понимаешь? Гора, можно мне танкистов? Туск там. Тимош, я куплю. Этот, сейчас Тимош, убью, Тимош, Туск сейчас Тимош, убью. Тимош, пехот, кому танкистов отдать? Блин, Брэдли. Портик. Все, больше не надо ничего. Передал. Сейчас попытаемся немножко пробить. Бы... Тимош, пехоту ты получил пачку, слышишь? Да? Получил, да. Еще хватит двух. Хватит. Слышишь? О, конечно. Да подожди, я вижу. Сразу приехали. Вернее, хотя есть. Спасибо, Гуар. Есть чем. Я сейчас ее этим буду. Корнетом. Свети ее. Я мне ее свети. Блин, у меня шара. Руками, бинок. Жопой могу. Блин, где командиры? Боеприпасы кончаются. Жду задания. У меня в туре все боеприпасы расстрелили. Так, значит, вы выбью сейчас смокер. Ё-моё. Попал, не. Вот она. На чем-то грузовике, не знаю. Ну, у меня мой. Я сейчас могу вертолёт там подлететь. На нем пополняюсь. Блин, вертолет как раз. А я смогу его штурмом сбить? Подожди. Меня техника гнобит сейчас опять. У меня нет на вертолете ничего противовоздушного. Я сейчас пуск убиваю. Тимош, потом ракету к вам даю. Какой? Смокер, не рискуй, туда уже под туску хашка летит. О, какая хашка красивая, летит у меня в слайд-шоу. Блин, ладно, вынес все сам. Не знаю, я его не могу достать, он далеко слишком. Ну ни хрена себе взрыв. Это что сейчас там подлетит? Что это было? Кто это? Это туск на хашке. У меня как будто собственно взорвалось. Неплохо. Бля, чуть не проебал его, сука. Аккуратно, тут пузырька есть. Да засвети меня. Меркаву сейчас убью, Тимош. Ладно. Блин, говно. Свечу его. А, все, вижу. Ну давай! Справа есть ПВО? Сюда говно собачье. Да нету, откуда там ПВО-то возьмется? Окей, я лечу. Всё, я выбил ее. Ну, окей, не едь дальше, там уже опасно. Вали пехоту, которую видишь. Вот тут из... У них танк приехал. А, да танк! Да я ничего сделать не могу с танком. Нас на центре ебасосят тут. У меня еще танки чинят. Да, мы убрали вот работу тропик по вот этим ракетам. Такие работы они, может, и будут? Я вот думаю, миномет мне взять, я БМП-2 или ГС. А, она пережила? Видите, да, здесь... Да, нет, не пережила. Как лагает, может, ну, типа, что-нибудь придумаем по этому поводу, знаете, ну. Типа, оптимизации? Блять. Да. Говно! А ну, мы так не делаем что-то, не нас против. Если серьезно, то, ну, не знаю, надо, конечно, юнит порезать. Бля, точнее, ладно, не я не хочу это напрямую говорить, вы не доперли, ладно. Он говорил про Кимка Гуара. Хорошее предложение. Но нам осталось чуть-чуть победы, блять. Я на вторах играю. Санчес, я вижу, там, ну, технику мне нечего. На пехоту не разменивайся. Нас обстреливает какое-то говно, не пойму, что это вообще обстреливает. На пехоту не разменивайся, там зенитка сзади у них. А, Авенджер. Ник спай где-то слева вот здесь. Блин, два танка стоят, и оба сломаны. О, зенитка пошла, видишь? Да, да. Вот она. Вот теперь ты... Самолет летит. Я попробую шарача вылить. F-16 летит. Да хрен с ним F-16. Блин, шарат далеко. Здесь есть какой-нибудь ПВО? Кто здесь играет? Ну, один почему-то ПЗРК есть там. Там Димка играет. А, нет, к Димке нахуй не полезу. Хотя... Далеко. О, я сбил. Хороши! Красавцы!
Да, блин, что за лаги? Пидарасина стоит, ебаная. У меня Т-62 почти починился. У меня высокоточка починилась. Надо вынести вот это вот, Авенджер. Сейчас. Он сейчас всю пехоту положит. Сейчас вынесу, подожди. И его скрестельник прилетает. Спасибо. Высокоточка всё, уже положил. Все. Ну блин, ну люди, ну где поддержка-то, ну? Димаш, я тебе скажу больше, я ее вообще ни разу не вызывал. Жду поддержка задание. Только у вас сидит. Ребят, да, Санчес, а два Туска... Люди, ну где наша авиация-то, ну? Нет авиации. Слушай, блин, Димаш, тебе на фланг прилетело минуту назад 6 бомб. Давайте как горы кикнем, ребят. Кто? Кого они убили? Женька, не рискуй. Кого они убили-то? Вот как тут ездили все, так и ездят. Посмотри. Опять попали. Опять надо мной. Или ты постоянно. Ну что это такое? Санчес, ну меня это бесит. У меня танк опять повредил. Что за прикол? Жду задание. Правда, он сейчас сомнут. Нам нужна поддержка. Чтобы выносили немедленно всю технику. Вот примерно так. Только постоянно, а не один-два раза. У меня по две ракеты на каждый самолет. Я физически не могу все выносить постоянно. Надо что-то придумать. У меня нету такого спайковоза, как у них, допустим. Возьми норовоз и работай на арабе. О, а у них летает урвовеш. Ну они как-то ну, могут, хорошо. Слушай, а... Не могут, вот именно. А мы не... Нет, никогда не можем. Лапки у нас. Говно какое-то. Они начали давить, пацаны, я уже... Да я понимаю, мне нечем, понимаешь, они... Не в туров куча, во-первых, во-вторых... Аккуратней. Только Санчес. Помоги им справа. Санчес, аккуратней. Они две точки забрали. У нас сейчас разнесут здесь, ну блин. Ребят, ну все какая атака. Нужен вертолет срочно, сейчас. Хорошо. И через 5 минут, а сейчас. Я лечу. Ну давай ты, блин, не лагайки. Летит к вам вертак, К-52. Охуенный симулятор расстановки в туров, конечно. Это кот, что ли, Сталин? Ну блин, ну это где? Другой, давай. Технику у нас всю вынесли. Пехоту тоже. Теперь тебе нужно вынести вообще все. И технику, и пехоту противника. Я сейчас шарат выбил. Надо, я его добью. Стайка, выбей, пожалуйста, вот это. А, добить? Да. Вот много пики у них. Дождаю. Ага. Кто-то получил миной. Жду задания. Миной по башке. Там стай, Абам съедет. Летит самолет. Ой, блин, ну нас давят техники. Истребитель, ты должен его... Противокорабельник этот, ты должен что-то с ним сделать. Чтобы он мне технику сейчас не снес всю. Блять. Танк они уже заняли. Ебанько Гуар, пидорас, блядь, тикните его нахуй. Нормально, бля, я в самом списке, в самом низу даже Андрюха лагающий. Да чё ты не хочешь? Бетер, аккуратней, сбей мне вертолет. Пиздец нахуй. А, ну, конечно. Ника, кто снесли? Ну, давай. Да, а меня снесли. О, блядь. Как мы право будем сейчас отбирать, а? Я не знаю, меня авиация выгнала из игры. Ну, авиация постоянно всех убивает, конечно. Я не авиация. Снеси, ну, блин, танки пошли. Слава богу, меня авиация не забывает. А чё за фигня дымовой гранатомет? Право мы отдаём. Уже дальше там лежать невозможно. Я вижу, Брэдлю. Но мне надо отъезжать, мне так танк выбить. ПКР по леву, слышите? ПКР по леву. ПКР всё, ПКР больше нету. Не существует его. У нас на фланге танк, надо его вынести. Не танк, а этот самый, номер. Это чё за... Чё прилетело? И танк. ПКР, два танка даже. Да мне то, что ты кричал. Авиация, ау. Я тебя понял, хорошо, лечу. Лечу. Вынести технику противника. Лечу.
Но я не знаю, чем давить. Блять. У меня еще миномет шляп стреливает, вообще шик. Танк да, и намер. Ну срочно это надо сделать. Над вами уже вертак. Пока он никого не вынес. Два танка нах справа, охуеть. Ну? Я не знаю, он долбасит. Ракеты в него попали, сейчас еще раз заеду. Еще заходи, долби, намер пока выби, пока дымы не этот. Короче, на мы проигрывали, право посыпалось, и сейчас лево еще полезло. Ну, мы не дождались помощи никакой. Тимаш, но будем честными, она вся у вас была, авиация, он ни разу... Она была, но ей было недостаточно. А. И не вовремя. Надеяться, он неэффективный. ПВО нету? ПВО вообще нету, да? Прием. Не знаю. У меня-то есть ПВО. Нет, никакого ПВО, ничего нету. Кто такой ПВО? Что такое ПВО? Что такое ПВО? Опять самолет, слушай. Так, справа будет поддержка против воздуха. УРВ плюс кап, слушай, воздух меня достал. У меня я так. Блять, когда уже выкинуть меня нахуй этот ебучий мультиплеер? Ну чего, вертолет-то? Отлично, вот. Блин, стреляй! Мимо. Ну стреляй, козел! Танк не выбит. Два вертолета. А, нет, танк выбит. Не, нифига он не выбит. Все, нахрен, я сейчас сам выбью. Правильно. Ну, 62 ладно. Отъехал, ладно. Я заебался. Лагает пиздец. Блин, он бомбу вот, но тут конечно. Я ничего не мог сделать. Там еще... Ну наша авиация заравнивает. За пролага. Вот сейчас он бомбу скинул, я, конечно... Так, ну. Теперь нужно пехоту выбивать на правом фланге. Прям летать вертолетами и выбивать отдельных пехотинцев. По засвету. Принято. Ребят, у меня сейчас тракер вот. Проездит. Окажется, сейчас, что они, блядь, там тоже бомбят, что у них авиация хуёво работает. Да твою мать, ну что за лагерь? Ой, ну. Это классика, Кагуар. Санчес, сорян, в меня попали просто. Отлично, отлично, вот. О, Терминатор. Жду задания. Вот это я вижу, что поддержка есть. Слева один танк, плевать нет. Они сейчас воздух сюда подтянут. Сейчас воздух подтянут. Алло, слева танк, плевать нечем. Где-то у них шарат вот, ой, этот. А, у них... Выбить кто-нибудь. Хлеб, хлеб, ну, понятно. Выбить что, я не могу разбираться, кто что кому говорит. Говорю, хлеб, у них спайк налево, справа. АГСом его сюда. Отлично. Где танк? Не вижу. Продвигаемся его. Дальше. Спайк близко слева. У меня на НДШ. Сейчас я беспилотник. Сейчас прилетит там против танков. Оп, блядь, танк второй приехал. Пулемет, пулемет! Танк второй направо едет. Ну справа вообще все посыпалось. Сейчас я слева танк убью и справа танк убью. Не лети направо пока, я попробую. Направо летит. Слева танк. У меня благо 72-ка еще жива. И слева по танку уже летит. Не пугай Абрамс, у меня сейчас этот... Уже летит по нему Санчес, Хашка. По Абрамсу? Бэбрамс. Да. Бэбрамс. Санчес, выбить вот этот страйкер или я что там? Я выбью его. Если лагает. Вертолет летит. Так точно, вертолет, да. Пуск, пуск отсюда. Джавелин. Он пустой будет. Блин, уже. Ну можно не лагать тут. А этот лонгбов может меня сбить? Проблема. У него есть чем? Нет, нет. Принято. О, я блин. Вот тогда сюда заход построю. Вертолет сбит. На меня вот он сейчас уничтожит. Вертолет сбит. Мой птор, блядь, задолбал вас, латаска нахуй. Учитесь, блядь. Я миномет пытаюсь убить, но далеко он. Посмотрите, что у меня с Хашкой. Нихуя я там, блядь. Пулемет надо выбить, потом на... Авиат, ПВО приедет, ехала. А спайк где-то еще, Тимош? Блять, ПВО, там... надо пулемет срочно выбить, тогда спайк пойдем, пьем. А если игра... Ай, блин, там еще дрянь. Пулемет, пулемет, вот он. Левый сейчас сядет, мне сбивать, мне помогать нечего. Если я играю на пульте, я могу на спецочки юнит или нет? Да, да, конечно. А, по нет, не можешь, нет, не можешь. Блять, я хотел бы МПТ взять.
говно там какое-то, слушай. Не знаю, мы не обсуждали, я уже думал, что не бери. И вот здесь поработают, здесь куча пехоты. Да выбил. Ну пулемет все еще убивой, он меня выносит. Сейчас, сейчас, сейчас. Отлично. Не, конечно, понимаешь, что тридцатка это не прям идеал, но чё так плохо-то? Еще вот сюда надо нарами. Ну или там чем-то, да. Сейчас я подсвечу. Ну вот прям по ПЗРК уже работай. По мне ПЗРК пустит. Да я вижу, вижу. Этот самый, Зильчика. Вижу, вижу. Да ё-моё, лаги мне, конечно, мешает. Вон он, говно, едет. Не знаю, тур какой-то, похоже. Пулемёт вообще не уничтожен, но я его сейчас... Меня бы сбили. Вон, видишь? Шарат. Жду задание. Шарат слева. Понял. Понял тебя, что шарат слева, но... Бредля. Но эту я выбил, да. Повредил, по крайней мере. Хуй, три в тура, блядь. Три, блядь. Четыре, пять туров по страйкеру. Ни один попал. Все в туры разрядил один страйкером. Охуеть. Вот, ой, правее, блядь, вот правее пехоту запалил. Патриот появился. Да. Метка на него, вот. Агрессорный. Кот, кот. Дымы кончились. Поздно. Слышь, Санчес, дымы кончились. Гранатометчик здесь. Агрессами его. Джувелинчик вот здесь. Постоянная. Не, он его разнес. Но я его не успел. В окопе, в окопе, вот в этом, в окопе. Агрессия. Давайте куплем БМПТ, передам и выйду. По окопу агрессами, кот. Но мы не выйдем таким этим, нам надо право отбирать. Лео, ты еще ладно держится. Сейчас отберем. Если вот так же будут продолжать помогать, то отберем. Да, у меня сейчас боеприпасы у всех, у всего кончились. Санчес, я тебе дам, мне будет так же помогать. Санчес, я тебе пехоту дам. Распредели, пожалуйста, там. Давай. Ну сейчас этот будет. У меня тут спецназ. Блять, тут танк под навесом, слышите? Мне нечем пока вообще с ним бороться. Я по нему сейчас шахи допущу. Нет, давай, нет, давай, пацаны, давай. Я сейчас я точки держу, мне вот, деревья не выбирать. На, Санчес, забирай. Вот сюда. Я боюсь, я сейчас ливнут, нахуй, если я продолжу так вагать. Слышишь, Торки? А ты что убил джевелинщика? Где патриот? Здесь. Патриот, вон по метке моей дальней. Лев, убили. Ты слышал по дальше поводу того, что у них шарат справа катается? Видишь метку, да, Лев? Леву надо выбирать. Там просто по нему. Нечем ее особо выбивать-то. Ровно по метке он там стоит, слышишь? Только по постоянной. Где она, бродля? Я ее не вижу. Меня выпил. А вон она, вижу. Чтобы достать бы ее еще. Дожди, 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 я попробую сейчас с этим. Корнет. Ракета летит, спайк, вот отсюда, опять слева же. Сейчас у меня корнет. По БМПТ. Пустил. Все. Летит, Сань. Блин, там еще страйкер. Ну, корнет сейчас, если получится, то и эту. А страйкер я, наверное, выбью. Сейчас, у меня есть двойной ПР. Ты про шершень? Да. Сейчас он там как раз сытно стоит. Да, вот до него далеко, слушай, до страйка. У меня на 170 стреляет, из двери. Авиация на центр заходит. Герань сбивает, это герань сбивает, сука. Герань сбили. Су 57-му пиздец. Ну, да. Потому ты что у меня разменял. Ракета отвелась. У меня ракета отвелась. У нас танк. А на слева тоже. Сбили, блять! Сбили, суку! Это не зря позвонил.
Не, я в 15 упал. Мне далеко до этого, до страйкера, если я в 15 упал. Да, да, по ЗРКшнике, блядь, весь бой сидели, нахуй, ждали эту падлу. Так, у нас два танка. Нужна поддержка. Заряжается ваша поддержка, заряжается, ребят. Хорошо. Блять, да разрешите мне БМПТ взять, а? БМПТ я сейчас попытаюсь починить ту, но... получится. Значит, давай попробуй продвинуться, если можешь. Я попробую. Я попробую сейчас это... подсветить. А, он меня еще не перезарядился, ну ладно. А ты Патриот вынес? Нет, не знаю. В смысле, не знаю. Ну, Геранька не упала, сбили Гераньку на него шедшую. Но одна ударная ракета на него пойдет. Я пока ничем, Сань, не могу больше помочь, у меня все, я полностью... У нас техника куча, 3 единицы. Из них 2 танка. Так, туда очень опасно лететь сейчас, там... Там Патриот, да, там Патриот кроет. Мне нечем помочь, я могу только тур вам передать, это максимум. Больше у меня ничего нет. У меня ударный вертолет, ударный... Вертолет-центр. Бля, какой-то хуй бежит с РПГ на БМПшку. Блять. Не успел. Тортик, ПЗРК есть? Жду задания. Нет. Плохо, ПЗРК на центре. Есть один ПЗРК. А, попал, но он не сбил. Над нами БПЛА. Ну нас сейчас здесь снесут. Я не вижу БПЛА. А нужна опять поддержка. Тут... У меня сейчас всего на перезарядке. На поддержка, на перезарядке. Ну тогда нас сейчас отожмут до рифта. Потому что нас опять танки давят. Торти, где твои птуры? У меня их нет. Так, я пока не могу. У меня есть рапира. Особо ничего сделать не могу. Я почти полностью... Жду задания. Магач на траке без движка, но у них этот М1А живой. Чё-то там вообще печально. О, самолет. Да печально, конечно, нужна поддержка. Чтобы технику выносили. ПЗРК не достал по нему. Подвинь, пожалуйста, свой танк от моего ПТРК подальше, а. Тварь! Ну ладно, сломал. Слушай, а он чё ещё живет? Ну я Магач вынес, ну, там Патриот, там просто Патриот. У меня ударка сейчас перезаряжается. Справа уничтожена. Ну я не знаю, что справа вам помочь сейчас. И чем? Надо долбать технику так же, как они нам ее долбают. Вот когда мы продвигались, было нормально. Потом патриот поставили, видимо, и все. У нас такого же ПВО не могло быть почему-то. Блин, пацаны, я деревню держу без всякой авиации, хотя меня так же долбят, как и... Понимаешь? Вы не можете. Санч, там... я не могу ничем помочь. А ты-то тут при чём? Алёт? Патриот разряжен. Имея поддержку, не могут против там Димки и еще одного там... Не имеют, не имеем мы поддержки. Сейчас вот только была. Ну как не имеете? Ну как? Она вообще ни разу не прилетала. Ну как? Не имеете? Если он постоянно... Не, Санч, ты врёшь, я тебе два пуска выделил. Ну, не сбит. Ты издалека кидал дальние ракеты. В самолет-то ты не долетал, ты там помогал только им. Он на посадку пошел. Так, ну там сейчас едут и дориспа, я еще раз говорю. Мы их уже не остановим. Заканчиваю эту хуйню. А теперь все точно. Ну, как надо же. Давайте, давите. Долбите технику, долбите авиацию. Да ёлы-палы, ничего, давайте будет меня уничтожать. Ну как ты так стреляешь турами? Этим нарами. Тима, сейчас я тебе помогу, бережку. Направо лети, что ты тут-то делаешь? У нас более-менее. Не хочу. Я просто взлетел с аэродрома. А, это вы не меня? Жду задания. Кто сейчас вертолета работает? Я. Тортик! Ты косой! Да. Ты какого хрена, скажи мне, выбил сейчас БТР? Я не трогал его. Я вот ты сюда выбил мне скабрирование фактически. Нихуя себе там справа дыра. Дыра, конечно, надо помогать. Блин, ну мне нечем помочь, я все уже стратил, у меня нет. Это конкурс сокового радара поставить. И развернуть птуры, чтобы они стреляли вправо. Все, нету права больше.
Танк хорошо, он же... У нас очень большое преимущество по очкам, мы можем вытянуть. Ни хрена мы не можем. Смотри, я не знаю, авиация помогала, но пацаны, я не знаю, не, я вообще без формально без. Ну там Клеб два раза мне танк выбил, все. Хотя... Авиация перестала помогать, и сразу поехали танки. И все нам раздолбали, и все. Блять. Ну, не знаю. О! Заебись. Наши танки, естественно, снесла авиация до того. Вот как, пацаны, вот я тут просто на хитрость. Нет, БТР мне не нужен, он пустой тем более. Ну, я не пустой, у меня очков нет. Ну да. Ах. Сейчас вот если у Лунан Киллера что-то осталось, то да. А нет, что за самоубийственный рейд у вас, блядь, по полю? По полям. Это, там Патриот жив или нет? Патриот на процентре был разряженный последний раз, когда я его видел. Не, сейчас там РПГшками просто развалят, да и все. Там еще и минные поля, что ли, засыпаны? Мин нет, нужна пехота. Я сейчас проведу, но, блин, тоже. Пехоте нужна постоянная поддержка, чтобы он прокопался, вперед. Магах добил. Пацаны, у нас уже очков, все, очки сели. По очкам мы сели. Нет, все, мы уже этот, отвоевываем. Так отвоевывайте, если вы, конечно, можете еще. Тортик, помоги мне. Мы пытаемся, если будет поддержка, вот опять вертолеты прилетят. Тортик, помоги мне. Кем тебе помочь? Выносите технику. Картошка к вам пошла, если что, учтите. С пехотой мы справимся. Дима, к вам я понял. Где она, кот? Тут где пехота надо. А, блять, там меня выебут. Ладно, попробую. Так ты... А у меня нету, так, у меня только пушка вот осталась. Стоит. Вертолет к нам идет. Слышишь, кот, у меня только пушка осталась. На или на центр, или к нам, не знаю. Диверсанты! Блять! Диверсанты, да, взлетай! Наконец-то было очевидно. Не попал! Ходи! Да, взлетай, взлетай! Отворачивай! И у меня 250 топлива! Похуй, нормально. Сейчас я убью всех. Не вынесли бы. Еще один там справа. Ну да, там вертолет летает у них. Санчес, видишь цели? Да, страйкер. Мне нечего выбивать, правда? Он уехал. У меня ПТРК пустой, если что. Вертушка идет. Летает. Это... Садись уже. Слышишь? Садись уже. Уже сажусь. Давай, ну я там последнего не убил, он с РПГ бежит. Так, там БТР, но его тоже нужно выбить. Тортик, двигайся! Здесь пехоты мало. Нормально там пехота? Мало. Ну, вертолет будет направо? А ей было больше. Шинки сожгли вам. Вертолет будет. Но там Патриот. Надо срочно, блин. Патриот, я радару Патриота, по-моему, убил. Тортик. А, ну ладно. Да, 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 Патриот без радара. Патриот без радара. Улетите уже наконец. Технику нам выбили. Тимаш, у меня атаки только я остались. Я немножечко занимаюсь, но... Сука, блядь, нахуй! Я даже выбрать его не могу, блядь! Чтоб ебучий ролёт сбить, нахуй! Тимаш, Свет. Сбил, нахуй, ебать! Пиздец, блядь! Сбил, ребята, нахуй! Вон, пожалуйста, добит! Самолёт уничтоженный. ККП! Санчик, ну, у меня просто ракета под землю ушла. Чё я сделаю? Да-да-да, вот и так и выносили. Там, ну я ничего не могу, я это могу БРДМкой помочь. Ну давай, давай, тут сюда приедь и постреляй. О, блядь. Косик, Спайк, кто тут выбил, спасибо. Еду. ЗРК убей там, Тимаш. Там пуск был по нашему самолету. Где? Вот опять. Вижу, далеко, блин. Там еще куча пехоты передо мной. Ко мне тебе помочь. ЗРКшнику номер выбей. Номер? Иначе он мне сейчас сыр берет. Привет, мне дай только. Конечно. Чтоб я не вслепую стрелял. Ого, пиху. Вижу, да, вижу. Аккуратно работай. Блин, ты моего пацана там топ. Ну а иначе меня сейчас. Ну отстреливай, отстреливай, отстреливай. Чё тебе? Номер убит, вы его убили. Номер убит. У меня сейчас пехота на БМП-2. Отходи, кот, там спайковок на тебя.
нам летит счет, что ли, ей. Танк! Санчес, хорошая новость. К тебе сейчас отряд спецназа придет. Давай, вали его. Блять, пуск. Отлично, завалил. Нет, мой вертолет. Сука. Ну там два ПЗРКшника. Один, и вот там второй право. Я танк на вертолет отменил. Он стреляет с пулемета. К вам миномет. Миномет это плохо. Тимаш, вертолета больше нет. Понял, ну может у них техника-то тоже кончилась. Хотя бы, если есть ну, хотя бы БМП-1, уже хорошо. Киллер, прикрывай. Просто пулемет. А, ясно. Вот эту штуку тебе надо выбить. Я могу вам танком помочь, Тимаш. Санчес, забирай. Часть отряда. Хорошо, но. Хорошо, нас пехоты. А, я тогда нет, я тогда танк к себе отправлю. Не могу пока выбить ничего. Стреляешь мне или чем? Слышь, у меня сейчас авиация, я ее даже не зарядить, не заправить не могу, у меня снабжения просто нету. Все, спасибо, вот сейчас попытаемся еще разочек атаковать правый фланг. Конечно, у них пехота уже подошла. Я могу сейчас на 125-й, могу на 125-й сейчас. Да, нужно 125, но опять техника приперлась. 50 очков, 50 очков. Это пиздец. Просто опять техника приходит, и ее не... Вот. Не там идут зерк в тылу. У меня сейчас два самолета абсолютно бесполезные, они... Блин, я не могу боеприпасы. Блядь, тортик, ну ёбаный рот! Ты триптура с грузовиком разъебалась и танк взорвал, нахуй, блядь! Ты тупой, что ты сделал? Право опять снесли. Да вы тортик, ну маленький прав. Ёх мать, блядь. Что случилось? Он проебал танк? Сука, и ты башня улетела! Ты башня видел, куда улетела? Космос, блядь! Да мне похуй, только триптура перезарядился. Санчес, давай, блин, это. Только триптура перезарядился. Блин, давай технику. Райкер. Блядь, ест. У меня нечего, блин, у меня вообще нет ничего. Торт, что ты делаешь? Проезд на центре, алло! Я нечаянно. Проезд на центре, что тупите-то? Ничего не могу сделать, даже пехотинца убрать не успел, блядь. Серьезно, блядь? Да. Тортик, ты идиот. У нас проезд сейчас к этой, к радару. Алло, блин. Ну что, ну еще и захватывать точно. Вы молодцы вообще. Не, ну это что, тортик такой. Идиот. Блять, какой. Это пиздец, блядь. Я уже не знаю, что делать, честно. Тортик там просрал из-за этого строительного проекта. Ну не знаю. Все просрал, блять. Все БТРК нахуй, что были на центре. Так, ребят, на даме БСЛА, кто из авиации может его сбить? Может остались ракеты УРВ хотя бы? Сейчас я пущу по этим говну. Не, не пущу. Блин, ну я не знаю, типа, я максимально делаю, но я уже ничего сделал. Я не могу тебе ничем помочь с этим. Санчес. Попробуйте вперед идти, я не вижу целей. Если есть поддержка, то мы придем вперед. 125 над вами. Отлично. Агору, ты можешь передать? Постреливай на армию пехоте, видишь, тут ее дофигало. У нас я вынесу просто. Пехота не могу. Пацаны, я, блядь, ебучими ВДВшниками держусь и без всякой авиации. Кому кучку передать? Ну меня, конечно, не бомбят, но, блядь, ну все равно. Сколько хочешь, сколько передать. Да ник твой, блядь, как? Код из котлями. Кстати, я не знаю, что делать, честно. Блядь, не там передал. Жень, у меня все точки забраны, ты понимаешь? Все, я их держу. Мне тоже особо двигаться я не могу, потому что... Там у них мажино, я дальше... На армии работаем на правом фланге. Помогай пацанам, у меня как бы 70 очков. Опять техника. Да блин. 2 единицы. Вон пехота бежит. Нужно срочно ее завалить, пока она не... Ну все, она не контратакует сразу техникой. Ее нужно выбивать моментально. Он запарил, слушай. Я его сбил. Но он запарил авиацией. Он упал. Так, да, я его сбил. Еще пехота осталась. Я без гидроча сейчас. Я уже третий или четвертый самолет сбиваю. У нас авиация его будет когда-нибудь контрить? Нет.
Я не успеваю контрить его, потому что мне постоянно капают на мозги, потому что мне нужно постоянно что-то делать справа. Я не, конечно, не могу выкупиться. Надо. Ты сам бы хотел поддержать. Сейчас это же будет. Нет, это понятно, ну ёперный театр. Женька, нам надо степень. Вот здесь точку забирать. Что пытаюсь сейчас, но у меня пехоты нет, Сань. Мы тоже. Давайте закончим эту порнографию, блядь, а? Нормальном хосте еще сыграем, нахуй, но мы не вытянем это. У нас уже центра нихуя нет. Кот. Нас справа нет. Ну это так обидно, пацаны, ну я на ВДВ тут бился как лев. А все будет. Так хули там? Кстати, смотри на размер. А, ну и у меня 125 сдох. Скажи, Райзен плохо сыграл? Нет, да не плохо ты сыграл, мы отлично сыграли. Я на ВДВшника немножко играю с твоей помощью. Нормально было. Аккуратней там этот, РПГ. Я по мне не долбил. Я не буду. Еще один. О, остановили вроде. Учти, у них танк есть. Ёб твою мать, блядь. Да как мне еще каждый худел? Выпла, пожалуйста, выбейте надо мной. Или, как вас один Димон троих продавил? Да ну, какой один? Какой тут Сталин, Гусь и Димка? Санчес, аккуратней. Ладно, пацаны. Сейчас тут двое. Загорелись. Короче, пора заканчивать говно, давайте заканчивать. Не, сейчас попробуем доиграть. Пацаны, я уже 100 типов выбил. 100, это отделение. Рота. Рота, да. Я потерял, конечно, больше. О, страйкер. Да вижу. А второй страйкер. Блин, я не могу это выбить его, у меня на гусле. Дайте ему поебалу. Дайте техника, Тимош. Мне тоже двигатель сломал. Ну, техника. Ну. Едет сам. А вот. Ясно. Вертолет готов? Вниз, отпусти пушку, вниз. Чей вертолет? Все вертолеты сбиты. Тортиковский вертолет сбит. Не могу, не успел. Так, ну мне тоже уже выбили все. А у них спайка идет еще есть. И все, выбили. О, мы давим слева, слева надо биться. Слева там, блядь, там. Я слева все остановили. А вот. Пусть им там, что вы выбьем там. Брэдли едет, нам пизда. Давайте. Ну, я могу корнетом. Давайте кого-нибудь куплю. Я БТР-82 вызвал. Сейчас давайте куплю БМПТ, хуй с ним, с правилами. Мы сейчас пройдем на тебя. Нужна поддержка против техники. Опять 2 единицы техники справа. Мне нужна какая-нибудь техника. А я не вижу, какая техника у нас слева. БТР! Да слева! С пулеметами. Справа. Давим здесь барабумы и прочее. Я это куплю. Бредлю или страйкер, Стань? Голос только помогает, блядь. Ребят, ну будет поддержка или нет? Да зацвети! Да блин, теперь кто отмазался? Да у тебя что там в Корее этот интернет отрубили, ё-моё. Да всё, походу, калибры прилетели. Ты же в Южный, ты же не в Северный. О, всё. Не, Брэдли, я не фау. 2-2-8, ну ё-моё. А, сейчас срифмовал бы. Гуар, ты почувствуй мою боль. Мешает. Какой рода пост он познал дзен. Сиди на хуели, что тару матерюсь на всю квартиру. Нужна помощь против техники направо. Я еду, Тимаш! Хорошо. На чё? На Тунгуске? Пацаны, 113-й-то едут. Просто у меня пехота уже кончилась. Я попробую страйкер выбить, Сань. Ну лучше вердлю. Блять, у меня отряд пехоты сидит на респе, нахуй. Эти пидоры решили, что проигнорировали. Нехуево, понятно. Давай! Дайте бронетехнику. Пустил! А какого хуя там танк еще? Куда мне делся в тур, блять? Нас техника сейчас додавит. Техника додавит, обязательно. Я даже не знаю, что с этим делать. Ну! Я пытался, в тур мимо ушел. Хлеб, купи мне вертолет. У меня, думаешь, очки есть? На твою мать, давай. Ну, самый бомжатский, там, Ми-24В, купи мне, пожалуйста. У меня очков нету. А когда давай будут? Давай ты вали отсюда! Хлеб, когда будут? Заткнись, тортик. Ну, пожалуйста. Я не в настроении с тобой разговаривать. Ну, блядь. Не, я сейчас его не выбью, мне... Я все максимум в очков впилил, но...
Отлично, выбили того. Слева можешь мне чем-нибудь помочь? Нет, у меня все, у меня сейчас все сейчас без боеприпасов, я не могу их купить банально. Капец, 100 очков накопить не можешь. У меня они по таймеру недоступны. Вот тут надо выбить. Свет на него нужен. А бля, пацаны, помогите. Да я понимаю, Санчес, но у меня проф. Уже света нет. Блять, у меня птур одинокий лежит. О! О! О, стоишь! Свет, блядь! Танч вижу! Да блин! Он не заблокировал, у меня пушка поломала. Вперед не есть, хлеб, вперед не есть. Там у них уже может быть пехота, киллер тоже. Я сейчас подвезу свою, но блин, это твои. Давай, 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 давай! Не дымись, тварь! Ты что, с карнета? Тварь! Да. Ну блин, он меня все равно сейчас выбил. Я не могу ничего сделать, я уже. У них там Брэдли, Брэдли у них там. А, даже Брэдли. У них Брэдли танк слева и еще что-то. Да много. Не, я не. Я уже не могу ничего сделать, все. Так, что у нас авиация? Что-нибудь может или нет? Простите паузу. Нет, не могу. Я говорю, я только сейчас куплю боеприпасы. Мне так только две ракеты висят ударные. У меня там топлива нету. Как у них ЕУ потерял 19 человек за 48 минут. Пауза, пожалуйста. Он пехотой не гонял. Я сейчас топливо к нему куплю. Я не знаю, как он там чуть потерял. Я могу тебе дать топливо. Уже купил. Потому что все, типа, тут макс. Когор, давай штурмовать. Ты обманулся нахуй, я пехоту управлять не могу. Ну давай мне пехоту, я буду штурмовать. Слушай, а кто может? Я тоже не могу. Я лучше попробую наползать, конечно, вперед. И может, блин, они втроем просто тупо задавят сейчас техникой. Я тебе могу помочь. Так, высаживаем сейчас. Я подергаю провод. Дерни так, чтобы мы закончили. Эту хуйню, блядь. Дерните у хвоста провод кто-нибудь, блядь. У хвост в твоей команде. Я подергал провод, сразу помогло. Гур, вперед! Сюда, пехота у меня идет потихоньку, насколько я могу контролировать ее. Так, хлеб, держи тунгус, аккуратненько пушками валим всю пехоту, какую видишь. Не, меня выбили. Вот там я вертолет. Видишь ты ее издалека. Корт сюда, там анкидер. Можешь сюда корт? Там вообще ничего не осталось. Проблемы. Летит! А, это по мне. Брыдля. Один солдат остался на флаг. По очереди лагаем. Нет, не говори по очереди. Лагай только ты, пожалуйста. А еще один вертолет. А мне нечем с ней бороться. Рандомячик бежит, сейчас я его вольну. Что тебя уебали, это не понял. Вертолет. Пулеметчик здесь. Тимаш, у тебя беттер стоит, отдай мне его, он тебе не нужен. Нужен, я им сейчас не поеду направо. Нас тут техникой угнетают все еще. Нас тоже. Так, да, отлично. Вот, конечно, с тунгуской это хорошо. Да, пусть тунгуска вертолет собьет, пожалуйста. А там в тылу у них брыдля. Уже все, нету больше. Танки, засвети. Нет, есть еще. Топчик, стреляй по вертолету. Так, опять техника едет, да? Ну сейчас у меня хоть есть. Ебучий вертолет, нахуй. Ну, у них столько техники, мне вот, кстати, интересно. Ну, дешевый. Блядь. Вот так, вторая воска. Ну, блин, я по танку попал, но не убил. Ну, пытайся уехать. Нет, так, ясно. Это что такое? А, это джавелины было, ясно. Штурмом не есть вперед. Обалдеть, я не знаю. Ну, сейчас я ударку заправлю. Каким ты чудом еще и очки, это, точку отбираем, обалдеть, а как? Мы три точки сразу на центре отбираем. Да, неужели, хорошо. Если бы не вертушка, конечно, вот... Слева технику надо убить, очень обязательно. Заряжается ударка не заряжается, а заправляется недолго.
У вас вчера вертолет направо летит. Да, автор. То есть вы все уже сегодня, да? Вообще да, его. Может быть, нет. Я просто ЗРКшник не хочет стрелять. О, еще один. Где вертушки тут? Ебать, да что за хуйня, блядь, с ПЗРК, блядь, он не стреляет в упор. Я вижу, что дальности хватает, но он не стреляет. Мистик. Ебать. Гитугуар познал прелести современного тестирования. Ракета сейчас попадет. Да твою мать, ну пожалуйста. Современного полдвара. Метана, еще одна точка осталась. Прелесть пинга в 2 секунды, нахуй, что я, блядь. Нас опять техникой долбят. Ааа, ну блин, Тима. Опять 2 единицы. Мы вообще тут выживаем как можем. Да, но у нас постоянно идут, понимаешь, вот одна за одной. Санчес, расскажи, сколько мы техники убили. Мне не хватает ни ракет, ничего. Чтобы всю ее выбить. Я просто не знаю, чем ты сейчас сам помочь, пока. А у меня выбили все по ЗРК, заебись. Классно, почему ты взорвалась? Так, а если тут попробовать чисто рискнуть проехать? Это, конечно, может быть опрометчивый шаг, но мало ли. Опрометчивый шаг. Опять нам сейчас... А, не совсем опрометчивый. Диверсант. Я, может быть, сейчас до аэродрома доеду. Пошел нахрен. Легко нам, ребята. Жду задание. Здесь. Ой, блядь, он за мной сейчас, да? Подожди. Да. Не ладно, ну. Сука. Пизда тебе. А чё, блядь, он не стреляет по нему? Почему? Нет, ПРД не угол боеприпасов лишних. Давай, у меня диверы пошли. Капец, боеприпасы есть у кого-нибудь? Давай, иди захватывай, Женька, давай. Да я и делаю. Давай, блин, мы должны. Люди, ау, есть боеприпасы у кого-нибудь? Нет. У меня нету. Нет. В принципе, на карте ни у кого нет. Ну, ладно. Есть, но они все пустые. Мне хоть пустые. Слева на левом плане. Гони сюда, ладно. Не, не могу пока. Нужны. А, тогда ладно. Я сам куплю. Сбил вертолет. Они не. Блять, что-то все читал еще хуже, блять, с пингом. Пацаны, ну только сейчас же вели опять. Да ну вели, потому что проезд. Приехала техника направо, и она опять приехала туда. У них просто много страйкеров. Менять в этом, подожди. У них страйкеры, у них М113 бесконечные, Брэдли. Так, БМП-2, Кирилл, выбив тот самый бардак. Они отобрали место, где мы сидели, они сейчас чинят наш вертолет. Так, нас сейчас будут ебать и в хвост, и в гриву. Где мой пузырька? Его нет. Его убили. Сейчас он справа сгорит. Опять точка отхватим, но... Слушай, ну я уже и так столько летки сбил, что дай бог каждому. Сейчас опять припрётся что-нибудь. У меня заряжается ударка, две ракеты будут. Я продвинулся, мне нужно немножко, чтобы вы меня поддержали. Я тогда точки смогу занять, вот эти, которые у насыпи. Тортик, блин, сколько можно лагать, а? Я, походу, вылечу сейчас. Ну, не надо вылетать, пожалуйста. Осталось тут чуть-чуть, и можно задержать. Да я тоже нахуй лягу. 75 очков. О, вроде все. Теперь Гагуар. Ну давай, блин, ну пожалуйста, без лага. Держись подальше в тылу, а я сейчас пока... Я это и делаю, я сейчас пехоту подвожу. А я прикрою себя БТРом. Пойду провод подергаю, блядь. Да задолбал ты со своим проводом дергать, давай помоги мне лучше, ты техника. Ребят, чуть-чуть, 100 очков и будет аллигатор. Сговорим. Одному лагаете теперь? Но... Если Санчес не порвут, там то он долго держался, то нормально все будет. Эп, подари мне вертолет. Нет, я тебе могу, не знаю, член резиновый подарить. Да блядь, вертолёт. Да, это не Зеленский, тебе ничего не подарят. Пожалуйста. Можно я на секунду бриганду сменю?
А, Глеб? Нет. Да, блядь. Жду задание. Она меня сейчас трекером могут продавить. Мне нечем. Лечу. Страйкер только выбить и все. Не, страйкеры те дешевые, их надо именно по сим получать. Ебаный Кагуар, блять, заебал нахуй. Нельзя поиграть спокойно. Да блин, реально. Ну вертолет еще, черт вас подери. Ребят, мне нужна помощь. На правую, на левую. Мне налево помогите. Нужна помощь. Налево вам помогите, налево уже. Сейчас мы пока поправимся с вами. Продля едет. Мне тоже нужна психологическая помощь. Давит. Меня двое давят, барабум вместе с этим. Жду задания. Мне Брэдли чинит. Брэдли Таск 2, чё? Еще один. Я уже даже БМП могу взять там, не знаю, что-нибудь, но ну, нужно это. БМП. Вот, точка. Санчо, страйкер выбил. Вообще, мне пехота нужна. Опять. Справа, помоги, пацана. Мне слева нужна помощь. Я сейчас, я помогу дельфину. Там ездит, опять техника пошла. Вот теперь нужно БМП 2 направо. Он ланкиллер. Я закрепился. Я только что взорвали джавелином. Зашибись. Я думал, меня джавелином взорвали. Так, ясно. Ну хорошо, у меня сейчас два ПТРК перезарядились. Но пока они подойдут... У меня пехоты не осталось вообще. Ноль, все. Я сейчас точку теряю. Блядь. О, патриот! Это меч. Направо нужна помощь опять. А еще самолет. Там контратак. Налево нужна помощь, но у нас вообще помощи по сути нету за всю игру. Ребят, на центр помощь просто так, не нахуй помощь не нужна, но просто, пожалуйста, помощь на центр. Да, это грустно. Да, это просто. Я даже уже свои точки не могу держать, потому что я вынужден помогать то Санчезу, то с центра право. Какой Санчез не самостоятельный. Блин, я один весь, всю игру делаю. Он на ВДВ. Я еще и на ВДВ, в отличие от пацанов. Сука, я сижу 20 секунд, пытаюсь птур, сука, с места сделать, нахуй. Пиздец. Жду задания. Направо не надо летать, зовай. Ничего делать не надо. Вот эту штуку добей. Я сам добью. Я не знаю, что мне делать, потому что я уже продвинуться не могу. У меня ударка уже перезарядилась, я сейчас летаю. Я задолбался эти страйкеры выбивать, пацаны. Да, их очень много. Какие-то танки, ребят, есть мешающие? Страйкеры есть мешающие, страйкеры пехота нет. Есть мешающие. Ну, могу два страйкера выбить. На БМД-3 накопить, он на БМД-4 вообще топчик был. Давай. Там страйкер едет, вражеский. Блин, тут куча народу приперлась. Сбивай лучше самолеты, потому что... Давить опять собираются. Да-да-да, нужна помощь направо. А, боже. Рова ищу. Это урон, вышли, как атаковать. ПЗРК, я боюсь, что он улетит на рис, пока мои пехотинцы отреагируют. А тут Димка, кто у нас еще тут? Я вылетел. Ну замечательно, короче, все. Димки два, страйкера одновременно. Не, сейчас затащим. Да куда мы затащим? Ну я возьму пехоту, что ты? Сейчас. А сейчас Кагуар сможет взять войска и спецвоечку. Да, если Тортик вылетит, тогда Кагуар бы играет на нормальном. Да хули только это очко. А, все, я... Кагуар, бери войска. Кому нужно Мне пехота нужна. А право войска нужны. Танк. Ну пехота нужна, Санчезу передаю сцелочник. Ну давай справа, там самолет пролетел. Кому БМП... Ну, минус ударка. Ну блин, почему не берешь это? Да денег у меня нету, заколебали, мля, ребят! Рили, а? Почему? Да потому! Мы ПЗРК, естественно, не сработали нихуя. Респи бери! Это невозможно просто. Но у меня очков нет. Взял кто-то, хорошо. Ой, блин, капец. Санхаммер уже приехал. А мне нечем его бомбить, да убить вообще. Мне ни хрена нет. Направо техника нужна какая-нибудь. Едет БМПТ направо. БМПТ направо едет? Да. Великолепно. Купите топливо, купите топливо.
Ты вообще тебе могу отдать МПТ, иди хуя с ней ничего не сделал. Нет, чем ты можешь отдать? Кому МПТ справа? Онлайн киллер. Санчес, пехота им помочь. У меня нет пехоты, я тебе сразу говорю. Мне кто-то пехоту дал, я не знаю, кто мне дал. Ничего, мне нахуй не надо, я не могу этим играть. Да потому что, Дельфин, у него РВВшник стоит там, блин, то ли 200, то ли 150 очков дешевле, чем 125. Короче, поэтому мы проигрываем. Все, у нас очень все печально с этим. Шансы есть. Маленькие. Не-не-не, есть. И упал, сука. О, блядь. Это пытается. Я опять проезжаю на пофиг через это, чё за нафиг? А не на пофиг. Где там БПТ это наше? Я на вам киллер отдал. Киллер, давай. Нет, тут уже не проедешь. Да, с днём защитника отечества. Да твою дивизию. О, гимн играть им, кстати. Над нами была. Значит, у них там по БМПТ будет сейчас работать Страйкер с Джавелином. У них он есть. Одно очко. Одно очко, но это очко. Одно очко сейчас возьмем. Нужно. Да, бы так не было. Давай, БМПТ, работай. Танч, сдержишься? А что мне делать? Петри вот убегает. БМПТ, БМПТ, давай. Есть! Пусковая минус. Это надо убить. Она наверх с кем мне приедет, наверное, пизды раздавать. Надо еще одну точку доверить. Да, хорошо, попробую проехать. Да, наверное, ожидаем приехал ко мне, но... Мне нечем сейчас. Марта, давай куда агрессор? Просто по любой пехоте. Какую видишь? Я сейчас могу только разведывать. Разведывай, просто Н-ка и давай клавишу, куда тебе бить. Так, а я на аэродром поехал. А, о, вот! Не, вот, я не доеду. Вот, здесь у них далеко. И вертолет, вертолет. Намер. Отвали, отвали, отвали. Тяжело или нет? Почти, у меня пушки. Ну ладно. В принципе, с пушками. Есть АГС, значит нормально. Но вертолет сейчас вернется. Жду задание. Авиация может сбить вертолет? Там есть какой-то самолет у вас? У меня этот самолет, он 340 топлива, ладно, сейчас. Не плевать, отгони вертолет нам, и мы выиграем. Сейчас, взлетаю. Поздно. БМПТ пизда. Поздно, вот поздно. Ну давайте вы там не будете сейчас просирать, я, блин, уже мы не будем. Знаю, что делать. Не надо! Технику какую-нибудь можешь дать или пехоту? Ничего нет. Лучше танк. Мы будем, но у нас хотя бы вторые появились. Димаш, БМП вторая едет. Отлично. Там до хрена еще сил у них. И вот здесь пехоты много, очень. Вертак вот я здесь, лейн. Байкомплект, байкомплект вот здесь. Они ремонтируй, ремонтируй. Он пригоден для ремонта, смокер. В два человека даже лучше. Да хоть в три, у них техника едет. У них техника едет. Я только что захватывал эту точку. Где техника? Да, но меня правая продавливает. Работаю по технике. Попробую еще раз проехать уже. Ну, мне, конечно, выбили БРДМ-ку, я на то и рассчитывал. Это ну, невозможно с таким количеством страйкеров. Да, страйкеров до себя. Это же охуенно, я поиграл. Сказали, взял куфу, не раз нельзя взять технику оттуда. Че, Борденко, живая что ли? БМПТшка. Ну-ка. Живая. Я сейчас тебе дым поставлю. Тебе нужно приход. Прикрытие есть. Давай, давай. Вы пехоту сюда подведите, а то сейчас снова проигрывать начнем. Еще точку возьму. И вообще, в тыл побежал. Ладно, одним. Пока они его ловят, мы подвинемся. Чё он тупит-то? Стреляй!
Я не могу. Я выбил. Я не тебе, я своему пацану. Ну поставьте его, пошли с джавелином. Ай, мимо. Ой, блин, сколько тут. Справа стайки с джавелином надо бахнуть. Мимо. Чем? Сейчас еще. Блять, чуть-чуть, сука, осталось, чуть-чуть нахуй. Все в атаку, блять. Они тоже в атаку пошли. Перехожу в атаку нахуй. Вац надо как-то убить. Этот выбили. Я еще беру пехоты. Ребят, кто может, все направо. Мы тут на центре пытаемся давить, чтобы я еще точку отжать. Я на своей точке. И не до права. Вац надо. Жду задания. 5 очков, одну точку. Барабум тут со своим страйкером. Я буду нападать на центре, где они не особо закреплены здесь. Нас поражали. Да блин, сколько вас нажимать, пацаны? Отбил. Ну потому что. Как гор, блядь, калистный, то сука. Стивер, не едь вперед. Не едь вперед, там тебе нужно выбить технику, самое главное. Просто лупи ее пушками. У нас очень мало очков. Посылайте все войска вперед на центре. Мы которые... еще успеваем. В центр, нет, мы успеваем. Свали, посол. Мы успеваем 980 очков. Куда мы успеваем? Жду задания. Все, у меня прибыла пехота, сейчас захватываем точки и вперед. Вот этот справа уничтожь Димкин. Нечем, блин. Я в любой технике трубу. Ну сейчас найдем, ладно. Не, у них новая пехота, подожди. Это от Джемку? Сейчас. Сейчас мы ее. Корпус разрушен. Твою мать, откуда? Чё, это чё? Я нахуй сделал победу, на, блядь. Это, блядь, наша победа. Я вытащил, пацаны. Пацаны, просто на грани, Это пиздец, и я вылетел. Все, спасибо всем, кто приезжал на правый фланг постоянно. Бля, ребята, хоть вы хотите? Пиздец, нахуй. Бля, мы сколько? Час, наверное, полтора. Санчес. 61 минуту. Санчес. Ну, проезды свое дело тоже делали. Не, ну слушай, я в последний раз просто решился, поехал, вот пошли точки в захват. Ебать, было бы охуенно, если бы я мог нормально играть, блять. Ну, да, это гусь.